Привет, зритель! Полезные советы, лайфхаки на одном канале. Ну что же, поехали! Свое название желатин получил от латинского слова «желатус» – затвердевший и застывший. Он представляет собой мелкий кристаллический порошок с легким янтарно-кремовым оттенком. Желатин является продуктом натурального происхождения. В его основе лежит коллаген, полученный путем вытяжки клейких соединений из костей, сухожилий и шкур крупного рогатого скота. Сырье расщепляется в процессе выпаривания, доводится до однородного состояния, очищается, высушивается и дробится. Готовый желатин имеет нейтральный запах и вкус. В прохладной жидкости он быстро набухает, а в горячей прекрасно растворяется. Существует желатин растительного происхождения, который добывают из бурых водорослей. Он называется агар-агар и пользуется популярностью у вегетарианцев. Состав желатина. Этот продукт в последнее время пристально изучается диетологами и учеными. Выявлено, что польза желатина для человека заключается в удивительной комбинации ценных веществ, оказывающих на организм благотворное действие. Главным достоинством желатина является содержание в нем глицина, редкой аминокислоты, которой очень мало в белковых продуктах. Это вещество необходимо организму для нормального функционирования всех систем жизнедеятельности. Доказано, что именно глицин способствует нормальной работе мозга, снимает напряженное психоэмоциональное состояние, устраняет бессонницу и раздражение. Также желатин богат органическими кислотами, глютаминовой, аспарагиновой, протеиновыми аминокислотами, гидроксипролином, пролином, минералами, серой, железом, фосфором, кальцием, магнием, коллагеном, витаминами группы ПП. Неоспоримая польза желатина в том, что он очень легко усваивается организмом. Попадая в желудок, он не нарушает его секреторные функции и значительно улучшает пищеварение. В рацион многих пациентов врачи обязательно включают желе. Но почему? Интересно знать, решил разобраться, что такого особенного есть в любимом лакомстве. В желатине содержится пролин и глицин, а также необходимые для нашего организма аминокислоты. Они нужны для здоровья кожи, волос и ногтей и поддержки иммунитета. К тому же глицин обладает также сильными противовоспалительными свойствами, поэтому может ускорить заживление ран. Желе – идеальная еда для людей, переживших наркоз. Если с обычной едой организм не справляется, то желе для него не проблема. Для восстанавливающегося организма необходимы калории, желатин же содержит много жира и сахара, а также усиливает секрецию желудочной кислоты и быстро восстанавливает здоровую слизистую оболочку в желудке. Желатин полезен не только для больных или перенесших операцию людей, но и для любого человека. Желатин поддерживает здоровье суставов и костей, нормализует пищеварение, улучшает состояние кожи из-за наличия коллагена и ускоряет обмен веществ. В основном этот натуральный продукт переносится организмом очень хорошо и не вызывает побочных эффектов. Однако, несмотря на пользу желатина, он может причинить вред организму, если у человека наблюдается недостаточная усвояемость его составляющих. В таком случае не рекомендуется перегружать рацион блюдами, в основе которых есть желатин. Наибольшее его количество содержится в заливных мясных блюдах, холодце и мармеладе. Вред желатина может иметь место, если употреблять его при следующих заболеваниях. Частые запоры и проблемы с перистальтикой кишечника, сердечные болезни, воспаленный геморрой, заболевания кровеносной системы, камни в органах мочеполовой системы, нарушение водно-солевого баланса в организме, оксалурический диатез. Не стоит исключать вред желатина и полностью здоровым людям. В некоторых случаях он может спровоцировать пищевую аллергию и стать причиной неприятных высыпаний. Также вред желатина может быть в случае, если применять его для приготовления очень сладких блюд. Большое количество углеводов может помешать белкам полноценно усвоиться в организме и привести к неприятным патологиям.
На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.